Я вам. Непроста дорога к юбилею. Иногда бывает тяжелее, иногда полегче, но в целом это путь открытий и побед. И свершилось. Вот он, грянул светом, одарил цветами и приветом, и на все вопросы стал ответом. И на путь вперед принес завет.
Счастья вам, тепла, добра, удачи, радости, здоровья, красоты, чтоб не гас огонь в глазах горячих и сбывались лучшие мечты. Ориенталь, с юбилеем вас! Большое спасибо за такие теплые пожелания, дорогие друзья. Мне, конечно же, не всегда импровизировать, иногда нужно что-то и зачитать, очень интересное. Кстати, я вам забыла в самом начале сообщить о том, что у нас сегодня в конце мероприятия будет проводиться викторина, где можно будет выиграть очень много интересных призов. Поэтому начинаем сейчас уже внимательно слушать всю мою болтовню. Итак. Искусство этого танца, уходящего своими корнями вглубь веков, несет в себе отражение древнейших культов плодородия, изобилия и любви. Именно с обрядами поклонения египетской Сиди, греческой Афродите, вавило-ассирийской Иштар, воплощающей в себе образ великой матери-богини, связывают возникновение этого ритуального танца. Танец живота – это древнейший танец земли. Дорогие друзья, а этот невероятно красивый танец земли, танец материнства, конечно же, мы предоставляем станцевать сейчас, продемонстрировать во всей его красе нашему замечательному гостю, приехавшему из города Кишинев. Сейчас на этой сцене, моя дорогая, можете уже выходить, а я просто пока буду называть под аплодисменты многократный призер, чемпион всевозможных танцевальных. Спасибо большое, мастер. Многократный чемпион прошел с грибами. И у нас есть еще один многократный чемпион и призер таких замечательных фестивалей, как Шишапати и солистка коллектива Фрида. Фарида, Лиса Камаль. Я даю вам слово. Здравствуйте. Я сегодня гостья, неожиданно, кстати. И я хотела бы поздравить Алину с таким замечательным юбилеем, потому что вроде как бы вчера она образовала этот коллектив. Я помню этот день. То есть мы знакомы, так скажем, давно, много лет. Это начиналось с конкурсов, а потом бац, Алина создала коллектив. Я поздравляю тебя с таким замечательным праздником. 5 лет все-таки это срок. Это срок, который, в принципе, каждый год он был с таким масштабным толчком. 1, 2, 3, 5 тоже такой стаж хороший. Поэтому развивайся, будь всегда такой красивый, обаятельный. И, конечно же, надеемся, что мы увидим и тебя танцующей. Пожалуйста, Лиса Камаль сейчас, конечно же, идет готовиться быстрее. Еще раз вам говорю о том, что мы сейчас с вами собрались отмечать 5-летний юбилей студии «Ориенталь». И сразу кидаю такую информацию на будущее, которая, между прочим, родилась у нас 2 марта 2011 года. Все, больше ничего не говорю, пошли слушаем.
сломает. Большое спасибо за такое прекрасное исполнение танца живота. Дорогие друзья, сейчас я попрошу включить свет в зале и какую-нибудь очень веселую торжественную музыку, потому что наконец-таки пришло время. Я смотрю, вы все засиделись, но уже час целый, вы просто сидите и хлопаете. Надо размять уже и другие части тела. Поэтому я официально объявляю танцевальный конкурс. И мне нужно 7 участников, 7 добровольцев. Раз, пошли. Друзья помогают, сразу хватаем. Раз, два. Давайте, да, вот что-то еще. Итак, у нас есть первый участник, сразу бежим на центр зала. Так, надо 7 участников, дорогие друзья. Только 7. Раз, два, три, 4. Все, мои малышки, вы у меня обязательно будете участвовать в следующем конкурсе. Хорошо? У нас еще будут конкурсы. Сейчас давайте проведем аплодисментами тех, кто не попал. У нас, оказывается, был еще конкурс параллельно на скорость. Так, ну помогаем. Давайте расклеиваем номерки и сразу все атрибуты. Так, номер один. Давай, помогай, развешивайте. Раз, два, три, 4, 5. Первый номер готов? Следующий. Так, давайте мы пока по очереди. Номер достался? Линию становимся по очереди. Итак, у нас есть номер один, у нас есть номер два, становимся. Номер третий уже имеется у нас в наличии. Номер три. А где же номер три у меня? Номер три. Идем. Идем, моя красавица, со мной. Номер три, номер четыре. Становимся. Боже, у меня все большие, самостоятельные, профессиональные танцоры. Утешительный приз ребенку. Все, все остальные у меня тоже заработают призы. Поаплодируем солистки студии «Ориентай». Итак, пошли знакомиться. Так, Лялечка, быстрее. Кыш, поклонись, тоже не убежала при рации. Все, спасибо пока большое. Можете здесь находиться на сцене далеко. Как зовут? Полина. Полина, аплодируем Полине номер один. Поехали дальше. Юля. Юля номер два. Кто болеет за Юлю под номером два? Люба. Под номером три у нас. Леша. Алексей. Под номером 4. Единственный мужчина. Ему вообще отдельные аплодисменты, друзья. Лия. Лия. Под номером 5. Катя. Катя под номером 6. И... Влада. Влада под номером 7. Дорогие друзья, мы только что выбрали 7 участников для будущего балета «Додес». Дорогие друзья, у вас прекрасные есть платки. Вы знаете их историю? Кто-то знает вообще историю, почему наши восточные красавицы танцуют в платках с монетками? Кто-то знает? Ну, чтобы они звенели, понятно, а история сама. Итак, внимание, этот будет вопрос у нас немного позднее. Я вам рассказываю, почему же на Востоке стали появляться платки с монетками. Девушки, которые танцевали на улицах, они были не очень обеспечены. Поэтому, когда они танцевали танец живота именно на Востоке, они, получается, те монетки, которые им бросали в качестве оплаты, пришивали себе на платок, дабы никто не украл. Вот так у нас и появились платки с монетками, дорогие друзья. Так что в следующий раз будем уже об этом знать. Итак, вы готовы? Сейчас элементарные условия. Мы просто, знаете, пару движений восточных? Что там вообще делают? У нас же все-таки студия «Ориентай» сегодня, да? Мы будем бедрами крутить и животом побольше. Понятно всем? Включается музыка. Минуту танцуем красиво по-восточному. Вам, если что, будут помогать. А мы аплодируем, потому что мы с вами судьи. Поехали! Которые не хуже всех остальных. И чтобы вы знали, мужчины на Востоке тоже танцуют. Да, это правда. Оп. А теперь вот так вот еще все потрясли плечами. А теперь повернулись попами
участница номер один соло. Давай, быстренько, быстренько. Раз, два, три. Оп, оп, красиво. Запомнили? Вторая. Номер два. Вау. Под номером три. Выходим, выходим, моя красивица. Красивая соло. Так, красиво, красиво. Итак, сейчас самое ответственное. Мы голосуем. Выбираем первые, вторые и третьи места, а также все получат призы. У нас будут и утешительные призы, дорогие друзья. Аплодируем, определяем по громкости аплодисментов номер один. Хорошо. Номер два. Немножко ярче. Номер три. Прекрасная, отличная дама. Класс. Номер четыре. Номер четыре. Опа, лидеры пошли. Номер пять. Номер шесть. И номер семь. Так, дорогие друзья, по-моему, я поняла, кто же у нас сейчас под номером один, номер два и номер три. Итак, пошли, конечно же, тогда с утешительных призов. Дорогие друзья, выносим утешительные призы номеру один, номеру два. Куда это третий? Вернись, обратно. Номеру нет. Это у нас было найти номер семь. Правильно я сейчас сделаю? Нет? Да, я ж слышу. И, по-моему, номер пять. Правильно. Итак, дорогие друзья, выносим утешительные призы этим прекрасным танцорам, а мы, естественно, аплодируем. Потому что это лучший подарок для каждого артиста. Ваши искренние аплодисменты. Вы были прекрасны, дорогие друзья. Я вас провожаю на свои законные места. Вы наслаждаетесь дальше концертом. Мы были очень рады с вами познакомиться. Стоять! Раз, два, три, моя волшебная тройка. А-та-та. А ну-ка, верните их на место. Нет. Им аплодируем, правильно? И у нас сейчас барабанная дробь, потому что осталось три человека. Мы определяем еще раз. Номер четыре. Номер два. Нет, что у нас? Шесть. И номер три. Дорогие друзья, первое, второе и третье место от студии «Ориенталь». Прекрасные, запоминающиеся вам фирменные призы. Это прекрасные сумки. Все, что внутри этих сумок, вы будете потом уже наблюдать и лицезреть. Мы еще раз аплодируем нашим первым трем местам, нашим победителям и нашей гордости будущим Todes. Ну, либо какой-нибудь другой студии. Все, ваши аплодисменты. Большое спасибо. Вы только что сделали прекрасным этот вечер. Не уходи. Давай, я тебя проведу. Итак, конечно, вам понравилось, как сейчас девчонки, мальчишки танцевали? Вам понравилось или нет? А хотите посмотреть настоящий уровень? А? Конечно, хотите. Тогда сейчас, внимание, тишина. На этой сцене появится человек, который до последнего момента держал в тайне свое участие. Это будет действительно подарок сейчас для всех участниц студии «Ориенталь». Я не буду объявлять, кто это. Просто
пожалуйста, я хочу, чтобы вы сейчас аплодировали как можно громче.